Число землетрясений в Байкальском регионе, в том числе в Иркутской области, выросло в 3 раза за 2021 год. Об этом заявили местные ученые. И эта тенденция сохраняется. За январь уже зафиксировано порядка 15 толчков. Это чуть выше средних показателей. Основные сейсмособытия в 2021 происходили в Монголии на озере Хупсугул. В прошлом январе там произошел сильный подземный толчок, последствия которого ощущаются до сих пор. За весь год ученые насчитали 25 тысяч афтершоков. Это повторное землетрясение с менее сильной магнитудой. Одной из самых сейсмоактивных зон также считается и озеро Байкал. В его южной части регулярно фиксируются слабые толчки. В целом же специалисты зафиксировали почти 600 сейсмособытий в Иркутской области, Республике Бурятия и в Забайкальском крае. И это при том факте, что обычно за год набирается не более 250. 6 сентября, все, наверное, помните и почувствовали, это Фаларское событие, это Нижнеудинский район. Событие отмечено тем, что в том месте землетрясение никогда не происходило, и вот тут возникло. И роевая активность тоже до сих пор наблюдается. Уровень сейсмичности был даже по энергии, это за счет Хупсугульского события, очень высокий. Ну, надеемся, что не так все у нас будет продолжаться.